Всем привет, с вами Тимка про 29К. В этом видео я вам покажу, что некоторые плейсы могут быть обманными. Хотя даже все плейсы могут быть обманными. Некоторые думают, что ура, тут такой плейс, то что если дойти до финиша, то типа тебе дадут робуксы, да, то что это вау, не обман, не фейк, вау. А на самом деле это все обман. Вот я вам сейчас покажу. Ой. Сейчас я дойду. Вот я и дошел до конца, как вы можете увидеть. Тут поздравления такие. И написано: сфотографируй свое число и вступи в группу. Тут какие-то числа мелькают и Шрек. То есть это, наверное, какой-то обман. И вступи в группу. Roblox ферма. Далее в группе пишем наш код. Вам выдают ваши 1000 робоксов. Да, есть, конечно, возможность, что вы можете, как бы, наверное, и попробовать, но это вряд ли сработает, потому что это все-таки, наверное, обман. Потому что Roblox такого бы не допустил. Итак, в этом видео я вам показал, что тут даже некоторые, наверное, пишут, где робоксы. Так вот, в этом видео я показал, что все плейсы, где написано то, что вот бесплатные робоксы, без обмана, это все обман все-таки. Все вот эти плейсы специальные, они просто специально, чтобы нагнать визитов и как бы сделать игру как бы популярней. Чтобы разработчику выдали такую корону. Ой, есть такая корона, ну, короны, которые выдаются за то, что если ты создал игру, ну вот, короче, ладно, посмотрите. Короче, не все плейсы, вот где пишутся про робоксы, фейковые. С вами был Димка про 29К. Всем пока.